Добрый день! Сегодня у нас в обзоре легкое пальто от норвежской компании Bergens из городской линейки Осло. Bergens Oslo Down Hybrid Long. Long означает длинный, и это подразумевает, что в этой серии есть аналогичная модель, но укороченная в виде куртки. Чем приятно именно это пальто? Это комбинация самых классических утеплителей, это пух и шерсть. Основная часть пальто утеплена пухом с показателем Fill Power 700. Это очень теплый и легкий пух. Рукава и воротник выполнены из материала техно-вул. Это современный материал, совмещающий в себе 70% шерстяных волокон и 30% синтетических. То есть очень теплый, очень приятный. Визуально он подразумевает именно городское использование, то есть парка или куртка или пальто с применением этих материалов не выглядит спортивный и очень износостойкий. В своей продукции Bergens использует материал от известной компании Ponte Torta. Это производитель флисовых изделий, ну и, соответственно, комбинированных с шерстью. То есть за качество этого материала можно поручиться. Данное изделие не подразумевает прогулок под проливными дождями, но при этом оно устойчиво к легким осадкам. Внешний материал, защищающий пуховый утеплитель, имеет DVR-пропитку. Рукава снабжены легкой мембраной, которая, в принципе, в большей части предназначена для защиты от продувания, от ветра, но при этом материал также устойчив к влаге. Что касается кроя. Крой классический, простой, но при этом очень женственный и приталенный. Манжеты выполнены из эластичного материала. Этот же материал используется по бокам. Это стретч-ткань, которая легко тянется и хорошо дышит. Молния двухзамковая. Соответственно, при полностью закрытой молнии вы можете расстегнуть парку снизу. И таким образом вам будет удобнее сидеть в машине или в метро, либо где-либо еще. Карманов в этой модели всего два, они достаточно глубокие, вместительные и, что важно, теплые. То есть утеплитель находится с внешней стороны, ваши руки будут в тепле. Внутренних карманов не предусмотрено, поэтому модель получилась очень легкой, без лишних каких-либо элементов. Вес этого пальто всего 625 грамм, из которых 85 грамм непосредственно пуховый утеплитель. Один из самых популярных вопросов, на какую температуру вещь рассчитана. В зависимости от того, насколько вы переносите холод, передвигаетесь вы быстро, медленно, прогулки длительные или это короткие какие-то перебежки, можно смело рекомендовать такое пальто, да, температуры минус 5 градусов.